Всем привет! На связи Наташа Павшок, ваш верный медиатор между Землей и Вселенной Пин-код. Стартовал второй сезон реалити «Хочу в Пин-код», где каждую пятницу участники будут бороться за место нового ведущего нашей программы. До первого этапа кастингов дойдут не все желающие, поэтому предлагаю прямо сейчас созвониться с Землей и познакомиться с первым претендентом на победу. На связи Стас Юшкевич. Стас, привет! Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Мне 16 лет, я учусь в 11 классе, вот заканчиваю и экзамены, и поступление впереди. Я увлекаюсь творческой деятельностью, я провожу у себя в школе мероприятия, то есть мы даже ведем аккаунт Instagram школы, мы активно там снимаем всякие видеоролики, то есть а-ля как корреспонденты. То есть вот хочу записать свою собственную песню и связать свою жизнь с творчеством. Классно! А о чем мечтает Стас Юшкевич? Хочу стать публичной личностью. Вау! Так, а что значит быть публичной личностью? Выступать перед аудиторией, быть популярным, так сказать, то есть, ну, быть в центре внимания. Так, а что со своим приходом ты бы изменил в программе «Пин-код»? Мне кажется, можно жанр сдвинуть. Да, где-то только что, мне кажется, заплакал один Жан Сенкевич. Так, хорошо, а почему он? Он давно уже в «Пин-коде», можно переместиться на другое место какое-нибудь, а мне свой трон, так сказать, отдать. Спасибо, Стас, отключаюсь. Вот так первый участник нашего кастинга решил пойти по головам действующих ведущих. А правильно это или нет, узнаем чуть позже. Прямо сейчас со мной на связи новый участник Диана Щемелинина. Привет, Диана, расскажи о себе. Меня зовут Диана, мне 17 лет, и я такой позитивный человек, лучик солнца, актриса, танцор. Я учусь в школе с театральным уклоном и очень обожаю наш педагогический состав этой прекрасной школы, потому что учителя это просто что-то лучшее, что может быть. Расскажи, как ты узнала о нашем кастинге? В рубрике «Лайк» от Даши Куксы мне нашли парня. Мы не встречаемся, потому что не сошлись характерами. Хорошо, а почему именно ты должна стать новым лицом нашего проекта «Пин-код»? От меня исходит очень сильная энергетика, как мне говорят просто все окружающие. Я могу развеселить как-то, подарить улыбки людям. И у меня есть навык импровизации, но я пытаюсь его развивать. И даже хожу на курсы по импровизации от Павла Воли. Классно! Тогда, может быть, ты можешь дать нашим зрителям минутный мастер-класс по импровизации? Давай! Минута еще идет. Спасибо тебе большое за мастер-класс для наших зрителей, Диана. Отключаюсь. Ну что ж, пользоваться ли советами по импровизации от Дианы, решайте сами. А на сегодня это все, друзья. С вами был ваш верный проводник во вселенную новостей «Пин-код» Наташа Павшок. До связи.